Почему лимонарий? Да потому что только он понимает правила. Интернет рулит, как и моя программа. Хотите качество? Обращайтесь к специалистам. И вот мы приехали сюда. Причина естественная. Причина очень хорошая. Я недавно посмотрел News.ru. Это, пожалуй, единственное интернет-издание, где есть рассказ о здоровье. Так вот, в News.ru и везде, и всюду объяснили, как очень хорошо лечить рак. Первоначально, да и вообще по сути, лучше есть лимон, причем в большом количестве, и тогда никаких проблем у вас не будет. Поэтому, конечно, мы приехали сюда. Но мы приехали сюда не только поэтому, естественно. По одной простой причине. Чем хорош лимонарий в городе Магнитогорске? Тем, что даже когда на улице просто дубак невозможный, вы сюда приезжаете и получаете удовольствие от того, что здесь есть то, что растет в тропиках, субтропиках и даже в странах Южной Америки. Теперь чуть дальше и чуть круче. Чем я хорош? Тем, что мои выпуски есть в интернете. Где хотите, как хотите. Вопрос решен. В любом месте вбивайте мою фамилию, а дальше, ну, например, «Хроники Челябинской области», район Агаповский. И смотрите, просто, мало того, отмотка и перемотка. А то, и это интернет. Но сегодня суть немного другая. Мы приехали в необыкновенное место для многих. Для многих, но не для меня. Я не помню то время, но лет так 20, а то и более, нас сюда позвали. А мы все это дело и увидели, и мы сделали супер материал. И знаете что? Рядом теплицы на Ровчатке развалились, а здесь все осталось как прежде. И здесь незабываемый аромат. Нет, мы сегодня первый раз. Первый раз? А сами-то откуда? Хотя сами с Магнитогорска. Сами с Магнитогорска, но и не знали. Да, оказывается, что такая штука у нас есть, правильно? Вообще прелесть. Прелесть, запах. Аромат. Воздух, аромат. Я просто так бываю везде и всюду, да? Ну, пришлось проехать по всей стране и по всему миру. Такого ощущения нету нигде, поверьте мне. Представляю. Очень нам нравится. Персонал отличный. Все прям хорошо. То есть можно сюда ездить постоянно, да? И не задорого. Я вообще думаю, что я уже хочу каждый месяц сюда ездить. И теперь правило. Я тоже катаюсь и по миру естественно. Я также ощущаю ароматы лесов. Но нигде, поверьте мне, нигде я такой фонии не встречал. Потому что это здесь. Я не буду перечислять все, что здесь присутствует. Времени не хватит. Не хватит ни времени, ни мозгов. Я в биологии всего на 3 балла-то успевал. Но то, что есть, и это души экватора и всех субтропиков. Потому что они все здесь есть. Для чего мы сюда приехали? Для того, чтобы понять аромат. И вы даже не представляете, как здесь вкусно и замечательно. Я много где бываю. Практически проехал по всем странам мира. Красный, везде был. Как-то так случилось, да? Но такого аромата нигде не возникает. По одной простой причине. Даже если я заезжаю в Индию, там свои растения. Даже если я заезжаю в Таиланд, там свои растения. Даже если я захожу на Кубу, там свои растения. А здесь все вместе. Вы сюда заходите, и у вас просто удовольствие. Какое-то обалденное удовольствие, потому что вы это дело понимаете. И это удовольствие располагается, ну, всего в 10 километрах от города. На Ровчатский лимонарий. Сюда приехать 3 секунды дело. Ну а то как? И это очень хорошо, что сады России не собирают здесь урожай помидоров. Не для того они созданы. К слову о урожае, к слову о качестве. Большая часть того, что может присутствовать в вашем летнем саду, здесь есть. Это можно сделать и рядом с вашим домом. Просто проведите отопление. И вы знаете, у нас есть замечательные материалы. И в вашем доме можно сделать хоть мелкий, но лимонарий. И фейхуа, и папайя, и много чего у вас будет, практически так же, как здесь. Проблем-то немного, только ваше желание. А вся рассада здесь есть. Конечно, я бывал и в Индии, и в Турции. Но я такого количества растений в жизни не видел. Конечно, из Индии здесь тоже есть растения. И из Турции есть растения, и здесь всякие растения. Но я сегодня приехал, я иногда сюда приехал один раз, и сегодня второй раз приехал. Растения очень хорошие и много их количество.
Я сегодня в Лимонаре снимаю с папой и с Ваней. И Ваня тоже об этом задумался. Светодиодные лампы есть. Делаем хорошую крышу. 4, а может 6 метров. В любом домике дают вам те же условия. А знаете, как хорошо здесь спится? Ум отъешь. Ощущение, я в рай попала. Я так люблю зелень. У меня дома зелени очень много, а сюда я в рай попала. Много не видела, много не знала. Теперь увидела, теперь узнала. Красота. Красота. Дай Бог здоровья вам. Кто вот это все делает, обеспечивает это, вот и экскурсию делает. Дай Бог здоровья всем. Очень красиво. Мне это очень понравилось. Вот, я довольна. И можно потратить те самые 2,5 часа, да, нет, 1,5 часа, да, ехали до Дворецка, не торопясь. Да, мы здесь недолго были. Но уже столько много посмотрели, интересного узнали. Это очень даже красиво и восхищение такое. Я довольна очень экскурсией. Спасибо большое. А теперь о лимонах, естественно. Ну, наконец-таки, 3 года и 10 месяцев прошло, и вы доехали. А я как-то рад за себя. Залезьте в интернет и год так 13-й вбейте про лимонарий. Я вам тогда объяснял, объясню и сейчас о дивных качествах лимона в больших количествах. Конечно, как вы хотели, чтобы я сюда приехал и лимончик-то не покушал. Естественно, я буду кушать лимончики. Мне могут сказать, что лимоны здесь стоят дорого. Ну, извините, подвиньтесь, это Магнитогорск. То есть для того, чтобы здесь все это вырастить, ну, денежки небольшие надо доплатить. А тем более, какие лимончики. Лимончик замечательный. Эти лимоны выращены. Таких лимонов вы нигде не найдете, кроме как здесь. Сорт юбилейный. И еще другой сорт. То есть, когда все это дело скрещивается, получается огромные сорта. И поэтому сумма такая. Но с другой стороны, вам можно и сюда приехать, почему не приехать? Пункт номер один. Дети вам скажут спасибо, потому что, ну вы понимаете, что это такое, да? Когда все это дело, и ощущение-то суперовское. А затем уже для себя. В том количестве ощущений, конечно, непередаваемые. Когда все это растет здесь, прямо отсюда можете брать и вкушать. Почему у меня нет никакого другого? Потому что это реально вкусно. Реально вкусно, питательно. Естественно, для рака моего. Ну что ж, кошечки уплевали, и все. Жесть, да? Много будет жести. И вообще, меньше смотрите наши каналы. У нас что хобби такое, заразить всех простудой и гриппом? Чтобы аптеки рулили. А давайте вспомним, как мы лечились лет 30-40 назад. Захрипел — сразу домой. Никто вам счастья не принесет. А начальник пусть понимает результат. Вы нормально лечитесь, не ушибая собственный иммунитет. Восстанавливаете себя, а потом на работу. Поверьте мне, всех денег не заработаешь. А раковое заболевание ушибает все, что у вас было. И машины, и квартиры. Верьте мне, но несколько лечений есть. Хреновина, да, лимон, естественно. Спорт, секс, никакого алкоголя и курения. И больше удовольствия и хобби. Я думаю, для начала это стало понятно? Вернувшись сюда... О, слушайте, как красиво. Вы просто этого не видите, а солнце стоит как раз за спиной моего человека, который камеру держит. Я вижу небольшие следы снега, который уже испаряется, и они красивы, понимаете? Это здорово. Редко такое видите. Приехали мы сюда. К сожалению, уже зима-то и закончилась, потому что скоро будет весна. Но, тем не менее, часто вы сможете все это видеть. Всю эту красоту, красоту небесную, красоту, которую вам вырастили нечасто. Поэтому самый простой вопрос. Да, город Магнитогорск, он реально хорош. В городе Магнитогорске практически 3 горнолыжных центра. Это хорошо.
В городе Магнитогорске вы можете поплавать. В городе Магнитогорске вы также можете, в принципе, куда ездить-то? То есть можно и зимой, и вообще в любое время суток наслаждаться тем, чем вам город Магнитогорск готов предоставить. То есть все, что угодно, пожалуйста. И если вы хотите посмотреть страны, точнее не страны, а что живет в странах, в субтропиках и в тропиках, это только сюда, в Магнитогорске и Лимонарий.